На сцене и в зрительском зале веселые и находчивые все они КВНчики. Всего 17 внутриуниверситетских команд. Кто-то начинающий, а кто-то со стажем. Но все проходят подготовку, выступают перед друг другом, чтобы не растеряться перед реальным зрителем. Таким образом проверяют чувство юмора и готовность смешно шутить. Екі жігіт қалада клубта. Можно с телефоном одну. На репетициях весело, но так бывает не всегда. Ведь чтобы появилась шутка, нужно постоянно пребывать в хорошем настроении. А это дело приходящее. Студент физфака Нажмиден третий год выступает на сцене. Сначала пытался подражать опытным игрокам, но теперь он знает, что главное оставаться самим собой. А именно, веселым и находчивым. Мы обычно всегда пишем командой, то есть нет конкретного автора. Как наша команда готовится? То есть в команде 14 человек, мы делимся на пары. И каждая пара, то есть, должна принести через определенное время какое-то количество шуток. Чаще всего миниатюры появляются из жизненных ситуаций. После их обдумывают и дорабатывают. Важно быть в курсе всех происходящих событий и быть разносторонним. Любой талант приветствуется в КВН. Главное – шутить так, чтобы это не задело чужого достоинства, говорит руководитель клубов университета Дастан Жайнак. Он уже признанный КВНчик, теперь обучает следующее поколение. На его плечи выпала одна из ответственных задач – найти самых юморных. Очень трудно выбрать, очень вот, ну, сами знаете, да, чтобы никто не обиделся, там, собрать сборную. На самом деле все очень талантливые ребята, как бы привыкли к своей команде, и их трудно вот выделить, таких лидеров, потому что рядом люди, которые играют вместе, они будут обижаться. Если только одну команду возьмешь, другие команды. Принимает в клуб только тех, кто хорошо учится, не смотрит на специализацию. Чувством юмора обладает каждый. Неважно, учишься ты на инженера или педагога, оно помогает и по жизни. Ведь мы не раз убеждались, большинство игроков КВН стали известными и успешными.